Выживший при обрушении казармы в поселке Светлый десантник стал обладателем Международного кубка «Континента». Рустам Набиев выступает в составе подмосковной команды по слэдж-хоккею. После трагедии, случившейся в Омске 1,5 года назад, молодому человеку ампутировали ноги. Он перенес 16 операций. По ходу континентального кубка в Уфе россияне обыграли сборную Китая и чешскую «Спарту». В финале турнира выиграли у итальянской команды. Рустам Набиев, сам уроженец Башкортостана, признается, выигрывать дома очень приятно. Такая поддержка была колоссальная. Мне самому было приятно вот все это слышать, всю эту поддержку. Было очень приятно. Хотелось бы сказать всем огромное спасибо, всем болельщикам, кто пришел сегодня, кто не поленился и болел за нас.